Підсумки сесії міськради підбив міський голова Валерій Хмільнюк. Завершилась сесія очередная городского совета. Она прошла с точки зрения организации достаточно динамично. Кто-то скажет очень быстро. Но вот, скажем, самой сессии предшествовала огромная, сложнейшая, тяжелейшая работа, которую трудно себе представить. Особенно, скажем, те вопросы, которые практически только так руки подняли, опустили, кажется, ну что там такого, да? Только вопросы, скажем, комиссия по бюджету рассматривала вот эти все вопросы, ну, наверное, раз 8 за последний месяц. Причем не просто рассматривали, а сидели, допустим, там с 10 утра до 5-6 вечера. Там такие были громадье планы, перестройки, там ломки и так далее, и так далее. Дискуссии, споры, приятия, неприятия и так далее. Насколько я понимаю, и это объясняю нашим горожанам, это шла работа, связанная с тем, чтобы, скажем, максимально из того ресурса финансового, который есть, максимально, ну, повлиять на дальнейшее развитие нашего города. И я должен сказать, что в подавляющем большинстве, скажем, принятых решений, они этому способствуют. Есть вещи, которые, скажем, меня не удовлетворили, скажем. Но я понимаю, что мы эту проблему решим на следующей сессии. А что меня не удовлетворило? Мы решили главные вопросы, что наш бюджет города один из самых социальных бюджетов в нашем государстве. Я не хочу проводить сравнения, они будут не в пользу наших коллег по другим городам, но, скажем, социальный пакет в нашем городе, ну, скажем, превышает в десятки раз многие города нашего государства. Это и больничная касса, это и медикаменты, это разница тарифа по уплате платежей за отопление. И много перечень там огромнейший. И мы это все выполняем. Это, скажем, практически серьезное питание бесплатное детей в средних школах, в начальной школе. Это высокий уровень и планка питания детей в детских садиках. Она значительно выше любого другого садика в нашем сообществе, большом, таком как область, страна. Но у нас, скажем, сегодня нагрузка группа в детских садиках 17, 15, 16 человек, скажем, наших соседей 35-42 и так далее, и так далее. И вот это все надо было обеспечить, не упуская вопросы, связанные с продолжением и ремонта жилья, хотя, в принципе, могли бы этого не делать, ушли уже, как мы говорим, управляющие компании, ремонт крыш, лифтов, придомовых территорий, комплексы благоустройства и так далее. Но главный стержень у нас сегодня на повестке дня в городе есть 5-7, как считать, крупнейших, важнейших объектов для жизнедеятельности и развития города. Я только бегло их назову и скажу, где я, в общем-то, хотел бы больше, но пока не получилось. Ну, вот смотрите, строится мост. В кои века, 50 лет не могли подступиться к этой проблеме. Сейчас подступили и есть реальная возможность к концу текущего года этот объект сдать. Не просто сдать, а запустить мост. Мы же прекрасно понимаем, когда, скажем, какие-то сдвижки, люди начинают летом ехать на берег моря, там пройти нельзя. Этот трафик начинается от поворота, от Бурлачьей балки, а могут там где-то еще от Института Таирова. Конечно, это не годится. Конечно, надо это сделать. Конечно, это очень важно для города и с точки зрения доставки, изменения, скажем, сообщения с Одессой, другие модели, не только автобуса, более современные, я имел в виду когда-то троллейбус, сегодня еще есть более современные вещи. То есть это открывает огромный пласт, но это и важно для города и с точки зрения транспортного развития, потому что изменились грузопотоки, и уже, скажем, такие вот грузы, которые шли всегда вагонами, они сегодня практически не идут, это зерно, это шрот, кукуруза и так далее и тому подобное. И, конечно, по понтону не проехать. И это дает возможность поднять экономику и в будущем порта. Вот как многолико. А почему я настаиваю именно на этом? Да потому что, скажем, у нас есть и такие объекты, как гимназия. Гимназию, чтобы закончить, там надо еще около 150 миллионов. Мы сможем ресурсами городского только бюджета закончить в ближайший год-два? Конечно, нет. Надо быть откровенным. А мост, да. Во-первых, потому что под мост нам дадут по софинансированию деньги страна-область. И чем быстрее мы его закончим, тем будет легче нагрузка на бюджет города.
и проблему решить, и снять напряжение. И надо двигаться дальше. А дальше куда двигаться? Мы продолжаем работать и по берегу. Мы, кстати, выполнили серьезнейшую работу. Ни один город в нашем государстве такой работы не выполнял. Мы почти 80 миллионов из местного бюджета положили на укрепление берега. И, скажем, вот береговая зона, она остановилась, она уже не двигается, слава богу. Но надо продолжать работу, это опять огромные ресурсы. Мы выделили, скажем, часть ресурсов, его дополнительно 5 миллионов, на мост 5 миллионов. Ну, там на другие, скажем, серьезные объекты выделили достаточно приличные деньги. Поэтому этот объект тоже висит. Мы предполагаем, что, скажем, гимназия – это следующий этап. Ее тоже хотелось бы подкрепить. Конечно, надо строить. И почему не строить? Да потому что у нас практически две трети школ – двухсменка, а малыши у нас, слава богу, рождается большое количество, им надо ходить в начальную школу. А там не хватает уже мест, а впереди программа «Нова украинская школа», и це потребує додаткового місця в школах. Конечно, надо делать. А дальше наши дети должны учиться в высшей школе. Надо пройти путь через гимназию. Значит, нам надо расширять гимназию. Но просто так одним махом расширить невозможно. Ведь сегодня гимназия практически, чтобы вы знали, уважаемые черноморцы, она практически выходит на уровень стоимости этого объекта почти 200 с лишним миллионов. Так быстро растут цены. Начинали 60, 69 миллионов, 59 миллионов, а сегодня где-то уже по 220, 240 миллионов, в зависимости, когда я построю. Но не строить, не начинать нельзя. Нельзя останавливать движение. Нам говорят, ну давайте там где-то детский садик, там бабахнем. А что такое детский садик сегодня бабахнуть, то бишь построить? 60 миллионов, 65 миллионов детский сад. Вот у нас в планах сегодня реконструкция детского садика в Александровке. Реконструкция, практически новое обновление Дома культуры в Александровке. Хотя депутаты несколько ограничили. Вопрос спорный, конечно. Двигаться надо на всех направлениях, жизнь нельзя останавливать. Добавляются новые объекты, которые жизненно необходимы для города. Ну, вот, к примеру, очистные сооружения. Сегодня, скажем, туда надо вкладывать огромные деньги. Я неоднократно вам рассказывал о том, что мы там предполагали взять кредиты, банка. Во-первых, нам их не дали, а во-вторых, если бы взяли, то он бы обошелся нам, скажем, в конечном итоге такую сумму, что еще в ближайшие 20 лет надо было платить по 1 миллиону евро каждый год из бюджета. То есть это немыслимая была задача. Но сегодня надо эту работу делать. Мы приняли у порта очень плохой объект, недостроенный, незавершенный. И поэтому мы должны выполнить всю эту работу. Мы приняли на баланс спортивный комплекс портовской. Могу сказать, он требует, як кажуть, на Україні потребує великі кошти. От ті, що там заплановані, там 12 мільйонів, 6 порт, 6 міський бюджет, це занадто мало. Занадто мало. І зараз ведемо проєктні роботи по капітальному ремонту. І я полагаю, що там буде далеко не 12 мільйонів. Там потягнули некоторі колони, там проблема з кришею. На мій погляд, потребує праця по басейну і таке інше. Ми не можемо взяти цей об'єкт і так помазати і сказати, так воно і було. А треба зробити раз і назавжди. А це великі кошти. Тут в цьому ряду стоїть і спортивний дитячий комплекс. Ми його там якби почали працювати, потім приостановили. І думали, якщо нам порт не передасть спортивний комплекс, то ми туди вложимося. Но тут уже дали слово, значит, и тут надо вложиться в 5 миллионов. Поэтому вот сегодняшний бюджет, который был принят, он именно направлен на решение многих социальных проблем, в том числе и, скажем, общественный бюджет. Вот впервые в практике мы вот в этом общественном бюджете выделили по инициативе Левченко, депутата, выделили часть финансовых ресурсов на школьников. Вот школьники тоже, чтобы проявляли творчество, какие-то предложения. И по их предложениям будем выделять деньги на развитие, скажем, тех или иных сфер, вот такой, скажем, молодежной среды. То есть видите, как мы затрагиваем все вот общественные институты. Ну и сегодня эпохальное событие, я скажу так. Оно как-то прошло незаметно. Ну а кто об этом знает, кого это волнует? Вот работает больница? Ну работает. Вчера работала, сегодня и завтра будет работать. Но с сегодняшнего дня эпохальное событие. Мы эту больницу приняли в полном объеме
на баланс территориальной громады, то есть на баланс городского совета. Вот с сегодняшнего дня эта больница – объект нашего городского самоуправления и всех жителей города. Мы до этого вкладывали серьезные ресурсы, огромные, и мы будем продолжать ее насыщать технологиями. И вот с этого момента, с сегодняшнего дня, практически мы с опозданием на 3 месяца стартанули по вот реформе здравоохранения. Она будет, на мой взгляд, полезна жителям города и, конечно, полезна будет нашим медицинским работникам. К сожалению, на 3 месяца мы опоздали по вине, ну, что греха таить, нашего правительства, которое нам передало этот объект. 8 месяцев не могли передать. Вот так долго передавали. Ну, все свершилось. Больница находится в нашей территориальной громаде. Мы помогли нашей милиции, я имею в виду материальное обеспечение, которое мы в программе там приняли. Мы помогли другим службам, которые нуждаются в подкреплении бюджета городского. Мы это делаем всегда с таким желанием, потому что без всех этих, скажем, вещей город просто так функционировать не будет. Все надо, чтобы все работало, все крутилось. Поэтому я могу сказать, я горжусь тем, что, скажем, город вот в его расходной части бюджета преодолел планку 1 миллиард гривен. 1 миллиард. А я начинал в 1994 году как мэр с бюджета, вдумайтесь только, 4,5 миллиона гривен и миллиард. Вот как поднялись. И объем производства вырос, и заработная плата подросла. Не так, как хотелось бы. Мы немножко оживим работу наших средств коммуникации. И телевидение там нашли возможность немножко поправить дела, и по газете. То есть мы продвинулись достаточно серьезно, и я хочу высказать слова признательности депутатам городского совета, всем без исключения фракциям. У нас были жаркие споры, понимание, непонимание, но мы все шли к одной цели – сделать так, чтобы, скажем, лучше было нашим горожанам. И в преддверии вот, дня города, вот 12 числа, день рождения города, я всех хочу вас поздравить с наступающим праздником. Сегодня было принято очень важное решение по присвоению почетных жителей города. Ими стали вот наш председатель совета ветеранов Волошко и директор, бывший, один из руководителей судоремонтного завода этого комплекса Рафаевич Михаил Зинович. Я их поздравляю, естественно. Мы их поздравили там на сессии. И последнее, приглашаю всех 13 числа, в субботу в эту, прийти на площадь возле нашего дворца спорта, зданию исполкома, будет хода, полная программа празднования Дня города. Почему 13-го? Да потому что там не попадает, там праздники, и Пасха, и выборы 21-го, и еще, и еще, и еще. Поэтому нашли вот оптимальный вариант. Если нам Господь Бог поможет с погодой, мы с вами и хорошо отпразднуем. Будут концерты, программы, будет много всяких интересных вещей, ярмарки. Ну, как всегда мы это делаем. И я знаю, вам всегда это нравится, жителям города. Еще раз всем добра и с наступающим праздником.